Московский гламур – это простота и изящество линий, спокойные цвета и натуральные ткани. Первая коллекция Марины Мамышевой, созданная 8 лет назад, произвела впечатление на самого Славу Зайцева. А в самой Марине утвердила желание заняться этномодой. Ее хорошо поддержала министр культуры, и начинающий дизайнер получила целый театр моды «Алтыр». С его участницами сегодня ассоциируется не просто национальная мода, но сама Хакасия. В правительстве это понимают, и, к примеру, последняя коллекция свадебной той была создана при финансовой поддержке главы Хакасии. Без этого дорогие шелка и меха для нарядов не приобрести. Там очень богатая отделка. Это мех, каракуль, как в наших старинных костюмах. Затем ткани мы привозили из Монголии, то есть фурнитуру, аксессуары какие-то. Это привозили с Новосибирска, то есть создавали. Потому что это очень такой дорогостоящий проект, но это требует, мне кажется, на сегодняшний день таких вложений. Сама дизайнер признается, она не воссоздает национальный костюм в соответствии с исторической правдой, но лишь заимствует некие линии силуэта и часть традиционных украшений. В старинной хакасской одежде заложено много смыслов. Многие из них утеряны, и чтобы воссоздать их, требуется большая исследовательская работа. Творение Марины Мамышевой – это только стилизация, ведь мода не стоит на месте, и национальный костюм тоже должен быть современным. Шелк натуральный, тафта здесь присутствует, украшения каури, вот такие стразики, как сказать, ну тоже по-своему интересные моменты, касаемо несения таких цепей, то есть это как бы вот это струйки, воздушность какой-то, некой динамики. Сегодня без участниц театра моды «Алтыр» не обходится ни одно торжественное мероприятие или поездка правительственной делегации за рубеж. В первую очередь, эта одежда не для рядового выхода. Но даже самим моделям очень хочется иметь нечто подобное для себя. Очень комфортно. Мы иногда примеряем костюмы, и хотелось бы даже в этом костюме даже выйти в общество куда-то, пройтись по улице. Некоторые курточки даже мы себе, когда увидели, что Марина пошила эту коллекцию, даже захотели их у Марины заказать, потому что это, мне кажется, очень здорово и интересно. И хотелось бы в нашем городе Абакане, даже непосредственно в Хакасии, видеть, чтобы некоторые девушки выглядели в таких нарядах, потому что, мне кажется, это очень красиво. Массовое производство этномоды, и чтобы пустить как бы народ, ну, таким образом, чтобы и по цене было, и по качеству, да, и, соответственно, в повседневной одежде там совершенно другой подход и совершенно другая концепция. Именно в создании, в проектировании коллекции. Это кажется, многие ошибаются, что это кажется просто, но мне кажется, это иногда сложнее, чем создать эксклюзив. По сути, театр моды «Алтыр» занял очень перспективную нишу. Одежда – это жизненно необходимая потребность каждого человека, а если она имеет национальный колорит – это особая ценность. Наверняка прошедший показ вдохновит кого-то из зрительниц, и они захотят сшить себе нечто подобное. В этом и будет заслуга «Алтыра» – задать хакасскую моду и помочь ее развитию.